Привет! Мы сегодня выбрались с Юлей на природу. Вот она, Юля. Юля, ку-ку. Сейчас мы бродим по лесу и ищем место для пикника. Пока еще не нашли. Но все еще не потеряли надежду. Сегодня людно. Народ тусуется, отдыхает. Погода хорошая, очень тепло. И мы вот тоже решили. У Юльки сегодня день рождения, наконец-то. Вот, поэтому и повод был выбраться. Так, мы нашли местечко. Сейчас будем располагаться. Оба. Вот такой вот красивый у нас коврик для пикничка. И что у нас для пикничка? Расскажи, Юля. Кто заказывал? Расскажи, что у нас там. У нас набор. Называется «Большой и честный». Большой и честный? Большой и честный, да. Имбирь маринованный. О, какие красивые роллы, да? Они называются. Роллы. А с чем? То есть, честно, не знаю. Что там, по-моему, что-то крабовое. Это они тепленькие или наоборот охлажденные? Это теплые, это темпура. А, это обычный с огурцом. С огурчиком. Кимбаб с огурчиком. И самая вкусняха, конечно. Это с угрём. И Филадельфия. Ох! Мы еще на вечер планировали пиццу. То есть у нас сегодня будет обжираловка. Вот это разогналась. Ага. Смотри, не улети. Разогналась, мать, да. Скорость набрала какую. Прямо космический. Да, они не внушают. И они не внушают доверия, именно поэтому ты так раскачиваешься мощно. Хочешь все-таки потестить на себе. Проверить на личном опыте. Принести себя в жертву, чтобы никто не пострадал. Да. Оторвать их к чертовой матери. Смотрите, что написано. Запрещается мусорить, курить. Выгуливать домашних животных, использовать игровое оборудование по назначению. Вот написано 14 лет, 70 килограмм. Весом более 70 килограмм. Но мы ничего не нарушили. Я вешу где-то 47 сейчас, Юля 50. Вот. Так что мы, смотрите, мы даже до 14 лет не доросли. Кто сказал, что в 14 лет обязательно ребенок будет весить 70? Вот. La Belle Époque, oh oh. La Belle Époque, oh oh. Итак, всем снова привет. Наступил новый день.
Я вышла в магазин, сегодня прохладно. Прохладненько. Обещали дожди, но дождей нет. Погода хорошая. Единственное, что ветер достаточно сильный. Иду в магазин за мелкими покупками. Юля спит. Планов никаких на сегодняшний день нету у меня особенных. Завтра еду, я надеюсь, что еду. В лабораторию забирать результаты анализов, орехи и карантинный сертификат. Очень надеюсь на хороший результат. Как будет, не знаю, посмотрим. Психологически очень устала я жить в режиме ожидания бесконечного. Постоянно приходится что-то ждать. Не знаю, когда это закончится. Такое стрессовое напряженное состояние. Хотелось, чтобы уже побыстрее все разрешилось. Так, закупилась я в Магните. Иду домой. Сейчас что-нибудь горяченькое приготовлю. Купила перчик зелененький, цукини. Такой у меня достаточно необычный опыт. Я часто жила в съемных квартирах, но практически никогда ни с кем не соседствовала. Ну, кроме своих мужей, скажем так. Поэтому для меня это абсолютно новый опыт. Когда вы соседствуете, живете совместно с каким-то другим человеком, который не является родственником вашим, или там вашим мужем, братом, сестрой. Очень необычно. Ой, как ты приземлилась.